Рожайте спокойно. В Свердловской области материнский капитал будут выплачивать до 31 декабря 2026 года. Такое предложение внес губернатор Евгений Куйвышев на рассмотрение законодательному собранию. Отметим, что только в прошлом году больше 8 тысяч семей получили сертификаты на областной материнский капитал. Средства получают при рождении третьего ребенка. Размер выплаты ежегодно индексируется. В 2020 году он составляет 141 тысячу рублей. В день рождения первого президента России Бориса Ельцина цветы к его памятнику возложили губернатор Евгений Куйвышев и вдова Наина Ельцина. В церемонии приняли участие полпред Николай Цуканов, спикер законодательного собрания региона Людмила Бабушкина и омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Как отметила дочь Ельцина Татьяна Юмашева, в Екатеринбурге день рождения отца проходит в особой атмосфере. С чистого листа. Дендропарк на улице Мира реконструируют в следующем году. За это выступило более 100 тысяч екатеринбуржцев в ходе голосования за включение в программу формирования современной городской среды. Всего свои голоса отдали 128 тысяч горожан. Второе место занял летний парк Уралмаша. Третье – набережная от Готвальда до моста через реку Ольховку. Голосование за общественную территорию продолжится в следующем году. На следующий год будет такая же процедура произведена в 2021 на 2022 год. Следовательно, жители города, если чья территория считают, что незаслуженно было мало голосов, могут опять предложить, она поучаствует, и если будет более активной в голосовании, она победит и будет благоустроена в последующий период. То есть территории не забыты, на территориях не поставлен крест, это просто первоочередность.